С 9 по 21 сентября в Екатеринбурге проходил 20-й чемпионат мира по боксу. Сборная России заняла второе место в командном зачете. Российские боксеры завоевали 4 медали – 3 золотых и 1 бронзовую. Победу в зачете с 3 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой наградой одержала команда Узбекистана. Стоит отметить, что Екатеринбург принимал соревнование, ставшее самым представительным в истории любительских чемпионатов мира. В турнире принимали участие более 360 спортсменов из 82 стран. Российскую сборную представляли 8 спортсменов, трое из которых стали чемпионами. Одной из наиболее убедительных побед стала победа капитана сборной Андрея Замкового, выступающего в категории до 69 килограмм. Он с самых первых секунд уверенно контролировал бой против представителя Казахстана Аблайхана Жусупова, и судьи единогласно признали российского спортсмена победителем. В категории до 75 килограмм чемпионом стал 23-летний боксер из Крыма Глеб Бакши, а в категории до 91 килограмма титул чемпиона было присвоено Муслиму Гаджимагомедову. Бронзовую медаль в супертяжелом весе получил Максим Бабанин. В качестве консультанта сборной России по боксу был наш земляк, отец олимпийского чемпиона Егора Михонцева, Леонид Михонцев. Стоит отметить, что подопечный Леонида Михонцева, чемпион Европы среди юниоров Сергей Мурашов, в поединке с чемпионом России Георгием Кушаташвили дважды посылал соперника в нокдаун. Но тем не менее, тренерский состав не включил Сергея Мурашова в сборную России, отдав предпочтение Георгию Кушаташвили. По словам Леонида Михонцева, инициатором чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге был Егор Михонцев.